Впервые за 27 лет женская хоккейная сборная Украины примет участие в квалификации чемпионата мира. Поедут украинки в ЮАР. Олег Шумейко побывал на одной из последних тренировок команды перед отлетом. Первое серьезное испытание ждет украинок в квалификации к чемпионату мира. Их соперницами будут хоккеистки из ЮАР, Бельгии, Болгарии и Гонконга. Никогда нельзя недооценить соперника. Поэтому мы всегда готовимся максимально. Нету слабых. Мы все одинаковы в своем уровне. И будем доказывать это на льду. Наставник сборной Вадим Радченко работал и с мужскими, и с женскими коллективами. На тренировке строг. Из подопечных выжимает максимум. Для меня ничем не отличается мужской хоккей от женского. Если пришли играть в хоккей, то девочки за бортом остались. Ну, вы же сами прекрасно видите, какие эмоции бушуют, будем говорить, на льду. Все идут только к победе, а без эмоций, без чего-то характера не получится ни у мужчин, ни у женщин. Турнир состоится в ЮАР в Кейптауне. Там сейчас в разгаре лето, но купаться в океане украинки не собираются. Их цель – единственная путевка из группы. Мы ожидали чего угодно, но не Африки. Вот, поэтому, ну, как бы, если ты хочешь играть, тебе все равно, где играть. Поэтому Африка, там, США, Канада и так далее, нам без разницы, куда лететь, мы летим побеждать. На исторический турнир девушки отправятся 11 января. Первый матч проведут 13-го против хозяев представительниц ЮАР. Олег Шумейко, Александр Бугай, UATV.